Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, и на Земле таки случился апокалипсис. В общем, наступила жара, и никто не знает, куда деваться от этой жары. Лучший друг человека – вентилятор. Ну, если у вас не хватило ума вовремя поставить кондиционер, как-то спасаться надо, так сказать, от жары. Прикупил себе вентилятор в районе 1000 рублей, может, там 900 с чем-то. Короче, ссылка в описании будет. Вот, ничего экстраординарного в нем нет, достаточно большой, 23 сантиметра, 25 ватт, ну, в общем, нормально он дует, я уже его потестил. Вот, что у нас здесь еще есть: номинальная потребляемая мощность 25, диаметр 9 дюймов, 23 сантиметра, 2 скорости вращения. Сейчас мы все это затестим. В комплекте идет коробка, пакетик и, друзья, инструкция по сборке. Ну, тут еще гарантийный талон написано, но гарантию в нашей стране никто не дает. Так, значит, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Есть у нас вот такой вентилятор. Ку-ку, здравствуй, вентилятор. Так, достаточно длинный кабель, по-моему, метра полтора, если я не ошибаюсь. Вот, ну, по крайней мере, до ближайшей розетки он дотягивается совершенно легко. Вот, и прекрасно может работать. У нас, да, как сказали, две скорости, ну, соответственно, выключено, включено, тихонько, и третья скорость, ну, вторая, короче, для того, чтобы он пободрее бегал. Можно здесь жмакнуть на ёпочку, он у нас начнет вот так вот это делать, вращательные такие движения туда и сюда. Ну, либо, если вам это не нужно, вы можете эту хренатовинку вытащить. Сейчас он в нормальную позицию встанет. Оп, и он у вас зафиксируется на одном месте. Собственно, все. В коробке он был у нас разобранный, его придется собрать. Займет это, ну, максимум минут 10, хотя там есть некоторые нюансы, но я думаю, что вы их решите в моменте, когда будете собирать, потому что там, например, вот эта вот симпатичная круглая штучка запаяна в пакетик, который, ну, чтобы типа внешний вид не портился, который нужно будет вам предварительно открутить тремя винтами, снять пакетик, потом заново перекрутить. Ну, в общем, нормальные люди себе наклейку делают, но здесь вот производитель пошел своим особым путем. Так что, в общем, вот. Сколько это все дело будет работать, я, честно говоря, не знаю. Мне подарила его подруга. Николька, большое спасибо тебе за это. У нее такой уже есть. Покупала она его весной этого года, ну, пока, по крайней мере, работает. А, возможно, будет шуметь у вас. Чтобы не шумел, друзья, во время сборки на ось можно немножко силикона капнуть для того, чтобы ваш агрегат работал подольше и потише. Ну, в общем, наверное, все. Желаю вам прохлады в эти жаркие дни. Приходите, еще будет нам все интересно.